Нон-стоп. Под таким названием и в таком же режиме проходят детские дворовые площадки. На этот раз настроение дарят детям 3-го А микрорайона. В организации мероприятия также принимают участие ТОС и городская администрация. Такие интерактивные площадки давно стали точкой притяжения не только анапской детворы. Из года в год вот у нас увеличивается запрос заявок. То есть ребята не только местные, вот, например, вот на площадке могут прийти на площадку, например, на праздник, ребята, которые приезжают там к бабушкам, к дедушкам на отдых сюда, да, вот, и нечем развлекаться, ну, как бы некуда сходить, там только море, в принципе, пляж, а так вот вечерних мероприятий очень мало для них. Вот мы начинали еще, наверное, в 2007-2008 вот эту работу, и она с каждым годом действительно, вот она нужна, она необходима. Главная цель – занять детей на время летних каникул интересным и познавательным досугом. В течение 2 часов ребята участвуют в подвижных играх, эстафетах, викторинах на внимательность. Программа регулярно меняется и с каждым годом набирает все большую популярность. Дети постоянно на этих площадках находятся, постоянно. И с мячом, и без мяча, и прыгают, и со скакалочками. Детям очень нравится. Впрочем, о востребованности таких площадок сами за себя говорят и детские эмоции. Дружно, весело и с огромным интересом они вовлекаются в процесс игры. Многие признаются, что именно здесь нашли новых друзей. Если устраивают такие мероприятия, можно сходить, повеселиться, пообщаться, может быть, познакомиться с новыми друзьями. Вот. Но сейчас просто большая часть подросткового поколения сидят, играют в компьютеры, сидят дома большинство. А сейчас можно развлечься. Впереди еще 2 летних месяца, и они будут жаркими во всех смыслах. Специалисты 21 века готовы и дальше работать в режиме нон-стоп. В планах выезды в сельские округа.